Запорожские школьники выяснили, кто из них самый умный. Для этого 23 команды юных эрудитов встретились на интеллектуальной битве-игре под названием «Лабиринт». Ребята уже прошли 2 тура испытаний. В финале сошлись 13 команд умников и умниц. В какой школе учатся самые сообразительные дети, уже знает Яна Петрова. Самые эрудированные запорожские школьники ждут старта финальной части интеллектуальной игры «Лабиринт». Темой последнего этапа соревнований стало творчество великого Кобзаря. Многие участники проверяют свои знания в области литературы не в первый раз. И уверяют, эти состязания превратились для них в хобби. Очень увлекательно, во-первых, тем, что это командный дух. То есть ребята сплачиваются, они вот такой вот азарт, знаете, игровой. И это незабываемое ощущение на самом деле. Это как хобби. Очень круто. Конечно же, мы пришли сюда побеждать. Перед финалом школьники проштудировали 5 произведений Тараса Шевченко, по которым организаторы брейн-ринга подготовили вопросы. Питание первое. Назви персонаж твору, якому належать ці рядки. Я той самий, якого ти знав ще з тієї пори, як вирвав тебе з-під ножа гайдамаки. Згадай іще, що я той самий, хто й самому гетьману не дасть себе на посміх. Сигнал. Хотя правильные ответы в этом зале звучали не всегда, игра, говорят участники и судьи, получилась насыщенной и увлекательной. Дух соревнований, отмечают организаторы, не помешал школьникам завязать новые знакомства с единомышленниками. Я считаю, что в этой игре самая главная сторона еще и то, что дети в неформальной обстановке могут говорить о книге, о ее героях, о ее сюжете и, безусловно, с помощью педагогов оценивать события, те, которые происходят на страницах этих произведений. Победа в битве эрудитов досталась сразу 2 командам. Выяснилось, что лучше всех произведения великого украинского поэта знают 8-классники из 31-й гимназии и команда коллегиума «Элинт». Остальные ребята смогут взять реванш в следующем году.